Посещая лес, даже с такими благими намерениями, как уборка от мусора, стоит быть бдительными. Региональная Минприроды совместно с Центром управления регионом опубликовали ролик, рассказывающий о том, как действовать в случае встречи с бурым медведем. Прежде всего, к мишкам не нужно приближаться, даже если они спят или кажутся таковыми. Скорее всего, испуганный медведь попытается напасть на человека. Лучше обойти косолапого стороной, но ни в коем случае не поворачиваясь к хищнику спиной. Бежать от животного не стоит, делать это нужно только если вы уверены, что успеете добраться до безопасного места раньше. Нельзя смотреть хозяину леса в глаза, а если он попробует приблизиться, авторы ролика советуют кричать.